делать задумала, Ань? Погодите, ребят, я тут разбираюсь. Мы будем показывать новогодние покупочки? Не только, Софиш. А сода тоже новогодняя? Нет, Юмичу, сода нам нужна для новогоднего DIY. Что такое DIY? DIY, это значит своими руками. Руками? У нас же нет рук. Юмичу, ну делать буду я, а вы будете как всегда мне помогать. Сегодня мы будем с вами делать волшебный DIY. Но только у меня к вам серьезная просьба. Новый год – семейный праздник. И поэтому никто сегодня не будет хулиганить. Мы будем с вами делать волшебный лес. Волшебный лес – это интересно. Может быть, даже я не пойду никуда. А давай еще новогодние покупочки по пути показывать. Хорошо, Софиш. Мы сначала с вами сделаем искусственный снег и соды. Как это искусственный снег? Сейчас все увидишь, Юмичу. И пены для бритья. Я нашла собачку. Этот год – это год собачки. Да, Софиш, но собачка нам понадобится в другой раз для другого DIY. Киса Алиса, как там твоя первая прогулочка? Прекрасно, не мешай, у меня тут важное дело. Вот, видите, я взяла крышку от коробки и уже обклеила ее по бокам такой специальной лентой, которой заклеивают окна на зиму. Ань, а леденец? Какой леденец? Мой леденец! Нет, мой, Юмичу. Ты, Софина, уступи ребенку. Ладно, ладно, Юмичу. Ань, давай, леденец. Не леденец, Юми, а леденец. Какой? Который ты купила. Ты же обещала, что мы будем показывать покупки. У нас тут магазинов особо нет, поэтому ты все купила в Пятерочке. Между прочим, я нашла там очень много новогодних классных штук. Вот он, ваш леденец. Так, он несъедобный. Конечно, нет, Юмичу, это новогодняя игрушка. Так мне интересно. Ну ладно, давай подписчикам предложим леденец. Как это? Ну вот кто-нибудь такой раз подписался, а мы ему леденец новогодний. Подписывайся там внизу. И вот тебе Magic леденец. Новогодний. Да. А что еще купила? Вот такие вот себе заячьи ушки. Вам они вряд ли подойдут, они слишком большие. Милые зайчик. Да, Юмичу. Для DIY я купила много всего, но все мы сегодня не успеем использовать. А потом? Сделаем еще видео. Я видел новогодний лайк. Где? В пакете. А, Эйвен, ты про вот эту вот новогоднюю варежку, похожую на лайк. Круто, давайте много лайков, и мы снимем другой новогодний девахай. DIY, Юмичу. Лайк? DIY! Да, мы в этом году сделаем много разных DIY, но сегодня у нас будет волшебный лес. Вот такую вот шишечку я еще купила. Ее можно просто на елку повесить. Вот он, ваш лайк. София своровала лайк. Софиша, верни Ане новогодний лайк. Можно лайк будет мой? Юмичу забрала себе уже леденец. Лайк принадлежит только Мэджикам. Они ставят лайк. Давай я им передам, Юмичу. Только точно. А я ходила гулять. Но ты там мало лайков собрала. Не хотят меня поддерживать. Не считают меня Мэджиком. А я тоже Мэджик. Просто я другая. Но я собака. Так, ребята, в новогодних видео никто никуда не уходит. Я сейчас вернусь. И не хулиганьте там. Киска-лиска сегодня очень грустит. Ты вечно, Юмичу, за нее переживаешь. Вчера на главном канале Magic Family вышло видео про мою прогулку. А ребята меня даже не поддержали. Мэджики меня не любят. Нет! Мэджики говорили, я волшебство. Меня прислали. А сами не хотят видео со мной смотреть. Значит, я не волшебная. Тетя София, если я гирлянду на себя надену, мэджики будут меня больше любить. Они обязательно посмотрят видео с тобой на Magic Family. Просто, видимо, у них были дела. Я тебе не верю. На Анином канале ее видео они посмотрели. А про меня нет. Мы должны обязательно на все ролики оставить ссылки внизу в описании. Не грусти, Алиса. Мы попросим мэджиков тебя поддержать. Им все равно. Кстати, такой же, как лайк, я купила еще и вот такой вот ботиночек новогодний в Пятерочке. Классный. А еще что? А еще вот такие вот бусы. Они такие прям тяжеленькие. Ими тоже можно что-нибудь украсить. Они у нас не для DIY. А вот это вот нам сегодня пригодится. Искусственный снег-спрей. Им мы будем брызгать наш волшебный лес. Так, для начала возьмем много листов обычных белой бумаги А4 и свернем их вот в такие вот конусы. Да, мы бы это своими лапами точно не сделали. Теперь нам нужно взять клей и вот эту вот часть приклеить. Классненько, и что это будет? Это будут стильные елочки. А потом вот здесь по низу этот конус обрезать. Смотрите, сколько я вчера вечером уже подготовила нам елочек самых разных размеров. Еще можно сказать, что это горы, а не елки. А мы их как-нибудь украсим? Украшать их можно по-разному. Каждый может проявить свою фантазию. Можно даже красками раскрасить. Можно еще такие колпачки сделать. Я не хочу быть гномиком, потому что я собака. Ну ладно тебе, киса Алиса, не ворчи. А вот что еще из моих покупок в Пятерочке нам пригодится. Тетя София, правда, что мэджики меня не любят? Неправда, киса Алиса, не говори глупостей. Все тебя любят. А теперь в наш тазик высыпем 3 пачки соды. Это уже похоже на... Снег! Аккуратнее, Юмичу! Да, сода действительно сама по себе уже похожа на снег, но она слишком рассыпчатая. Она больше похожа на белый песок. Фу, как у нас тут дымно от соды. Высыпаем еще вторую пачечку, да? И третью сейчас высыпем. То есть можно туда просто воды добавить, и тогда снег будет? Нет, Юмичу, мы добавим туда пену для бритья, и тогда снег будет настоящий. Ничего себе, он же все-таки искусственный.
Ну да, он искусственный, но он будет как настоящий. Крутяк, и что теперь? Будем все это смешивать. О, какие прикольные ощущения, когда смешиваешь соду с пеной для бритья. Она почему-то такая прохладная и действительно похожа на снег. Смотрите, он даже лепится. И хотела делать форты из настоящего снега. А может нам сделать целый город снежный из искусственного снега, а? Хорошая идея, Эйвен. Добавлю вопрос. Еще сегодня для нашего DIY из покупочек из Пятерочки понадобятся вот такие вот прикольные снежинки. Красные и серебряные. Они, кстати, стоили очень недорого. Теперь берем нашу коробочку и сейчас сюда я высыплю весь наш снег, который мы сделали. Эта штука похожа на ту, которая была, когда я гуляла. Ну да, Алис, это же искусственный снег. Очень тяжелый, прям как настоящий мокрый снег. Ну и что, что мэджики меня не любят и считают меня не собакой. Я собака, все равно. Кто-то может равномерно распределить, а у кого больше снега, может сделать заснеженные горки, а кто-то даже слепить снеговика или домик. В общем, тут надо фантазировать, ребята. О, а давайте проведем фотоконкурс среди мэджиков. Пусть ребята досмотрят до конца, что у нас с вами получилось, а потом включат фантазию и сами сделают свои волшебные леса или города по нашему примеру. Сфоткают и повесят в любой соцсети с хэштегом MagicDIY. А мы выберем самые интересные и победителям отправим новогодние подарки от вас. А на следующее наше видео мы проведем еще один конкурс и будут еще подарки. Круто, давайте! Согласен, класс, я хочу! Мы потом еще кое-что на них наклеим, а можно даже раскрасить. А сейчас, помнишь, Эйвен, свои кристаллы красные? Елочки очень прикольные получились, мне нравится. Мы сейчас эти кристаллы поотламываем с этой штучки и кусочками повставляем, как будто это замороженные волшебные красные деревья и всякие кустики. Мне очень нравится волшебный город. Круто будет, если каждый мэджик делает свой волшебный город. Ань, а что еще купила? Да, я там видела какой-то прикольный такой декор. Мы сами будем делать новогодний декор, но я купила еще и вот такую вот прикольную веточку с серебряными разными листиками. И пестиками, и тычинками. Да, Юмичу. А еще я купила в Пятерочке очень дешевые вот такие вот зубочисточки, на которых наклеены серебряные звездочки и красные снежинки. Их же сделать своими руками очень просто. Да, вот я как раз и хотела сказать ребятам, что можно их сделать легко самим. Берете просто обычную зубочистку, вырезаете из бумаги или из картона снежинку или звездочку, красите ее как-нибудь, украшаете и потом просто наклеиваете. Чтобы наш волшебный новогодний лес смотрелся объемно, мы на разном расстоянии и на разную глубину повтыкаем в снег звездочки. Уже получается очень красиво. Аня, а что еще купила? Я еще для нашего волшебного леса и вообще для других DIY-ов купила вот такой вот конфетти, серебряный и красный. Это такие шарики легенькие, прикольные, мы их сейчас тут тоже рассыпем немножко. Да, давай на елки наклеим снежинки, красные и серебряные. Этим я сейчас и занимаюсь, Юмичу. Я капну клея на каждую снежиночку и наклею на наши елочки. А я спряталась, гирлянда, а вы меня не нашли. Ты про кое-что еще не рассказала, что купила. Точно, я совсем забыла, что, правда, не в Пятерочке, в другом магазине я купила вот такие вот гирлянды. Они светятся разными цветами, но самое прикольное это то, что сами фонарики, они выглядят как снежинки. Снег можно есть, значит снежинки тоже можно грызть. Нет, киса, Алиса, это же пластмассовые снежинки, их грызть нельзя. Тогда можно палец грызть. Так, теперь я возьму вот такой вот подарочный скотч. И чтобы было красиво, нашу крышку от коробки по периметру обклею. Аня, можно нескромный вопрос? Давай, Миша. А зачем ты целый год собирала рулончики от туалетной бумаги? Знаете, сколько всего классного можно сделать из этих рулончиков на Новый год? А давай такое видео снимем. Да, я лично не знаю. Пора в дело пускать наш искусственный снег-спрей. Короче, тут тоже надо фантазировать, но я, например, люблю, как этот снег выглядит как будто иней. Поэтому мы им побрызгаем и елочки сверху, и на звездочки немножко посыпем, и на землю, и на шарики. Так классно получилось. Что это? Это кисенька-лисенька. Собака я! Я ухожу от вас, не любите меня! Так, а сейчас давайте в наш снег воткнем вот эти вот красивые саночки. У нас получилось очень красиво. А давайте Рики-Лаки покажем. Давайте Лаки посадим вот в эти вот саночки, а Рики посадим рядышком. Ух ты, Рики, а ты знал уже, что Новый год у нас? Нет, теперь знаю. Мы что, в лесу? Нет, ребята, вы не в лесу, и вам долго тут находиться нельзя. Все-таки здесь всякие искусственные вещи. Да, правда, но было красиво. Можно будет потом попробовать сделать натуральный новогодний лес для Рики и Лаки. Да, 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 это будет круто! Юмичу, может, ты слезешь с моей спины? Смотрите, как горит наш новогодний зимний лес с огоньками. Очень прикольно. Новогодняя вечеринка. Да, новогоднее настроение прямо растет. Даже у меня поднимается настроение при виде этого леса. Вот бы подписчики посмотрели мое видео про мою прогулку. Ну что, ребят, участвуйте в конкурсе. Делайте свой волшебный лес. Пишите фотки в соцсети с хэштегом MagicDIY. И не забудьте посмотреть ролик кисы Алисы, а то она грустит очень. А мы пошли. Вы забыли сказать, что на Анином канале тоже видео, а его тоже
ссылки там в описании оставим? Оставим, мамуля! Пошли! Хорошо, все. Поставь лайк, если ты не редиска. И скорее жми подписку. А еще там есть колокольчик, если ты его нажмешь. Сможешь первым увидеть наш ролик, первым под ним оставить свой коммент. Значит, возможно, 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 он в наше видео вдруг попадет. С Новым годом!